В сентябре в республике пройдут выборы. В Карачаевске и Черкесске предстоит избрать депутатов городской думы, а жителям районов – депутатов местных поселений. В общественной палате прошел круглый стол, посвященный итогам регистрации. Подробности у Али Боташева. Заявку на участие в выборах подали 10 политических партий. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 1036 кандидатов, говорит секретарь избиркома республики Алла Зиздок. Всего подлежит замещению 461 депутатский мандат, 33 в городе Черкесске и остальные 428 по территории республики. В голосовании участвуют почти две трети жителей, избирателей республики, более 200 тысяч. Так, в Черкесске зарегистрировано 149 кандидатов от 7 политических партий. Отказов в регистрации не было. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, подготовка к выборам идет в штатном режиме во взаимодействии со всеми участниками избирательного процесса, считают эксперты. Наши политические партии едины в оценке внешнеполитической повестки. Это говорит о том, что партийная борьба, межпартийная борьба, она не приведет никакого рода конфликтам и столкновениям. Да, есть партийная разница, есть разница в партийных, в идеологических установках, партийных программах, но в оценке ситуации, которая сложилась в стране, у нас партии едины. Далее, основной тренд этой кампании – это то, что в настоящий момент все те партии, которые имеют право участвовать в выборах разного уровня, они принимают в них участие. Предстоящие выборы будут отличаться сроками проведения голосования. В Черкесске оно будет проходить в течение 3 дней. В Карачаевске срок голосования составит 2 дня, а в районах 1. Али Боташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.